Я гражданин Республики Казахстан Джахин Амангельды Мукашевич. Вместе со своими единомышленниками во главе Жасарал Куаншалиным, пользуясь статьей 23 Конституции Республики Казахстан, заявляю о намерении организовать и добиться государственной регистрации политической оппозиционной партии «Алга Казахстан». Призываю всех неравнодушных соотечественников поддержать нас и принять личное участие в организации партии «Алга Казахстан». На данный момент для подачи уведомления о намерении организовать партию мы планируем создать инициативную группу численностью не менее 2000 человек. Прошу всех, кто готов присоединиться к данной инициативе, предоставить нам свои личные данные для регистрации в инициативной группе по созданию партии «Алга Казахстан». Для этого вам необходимо в мессенджере Telegram написать нам в «Алга Казахстан бот», партиясы бот, «Алга КЗ бот». Для вашей регистрации потребуются следующие данные. Первое – фамилия, имя, отчество. Второе – месяц и год рождения. Третье – индивидуальный идентификационный номер. Четвертое – номер удостоверения личности, каким органом выдан. Пятое – адрес проживания. Шестое – контактный номер телефона. Важно! В целях исключения провокации записать и отправить вместе с личными данными короткое видео, где нужно четко озвучить свое имя, фамилию и отчество и заявить о добровольном намерении участвовать в создании партии «Алга Казахстан». Необходимо снять свое удостоверение личности с обеих сторон. Видео должно быть продолжительностью не более 30 секунд. «Алга Казахстан».